совсем простой ингредиент. Во-первых, для бульона я возьму мясо, говядина. Можно, в принципе, использовать другое, там, морские продукты. Это для самого бульона, чтобы он был насыщенным. Я взяла такую говядину, обычную, для, написано, гуляш. Другого не нашла. Потом, конечно, нужна вот такая морская капуста. Хонмияк, она сухая, в таком пакетике обычно продается. Я ее купила в Петербурге, в азиатском магазине. И мне понадобится вот чеснок. И еще соевый соус корейский. Но я думаю, что можно даже купить японский. Самое главное, чтобы он был не сладким. И еще, конечно, перец и соль. И вода. Это все. Первым делом сначала нужно будет замочить морскую капусту в воде, чтобы она стала мягкой. Берем чуть-чуть. Вот у меня здесь такая штука. Обратите внимание, что она, когда прикрепляется в воде, сильно набухает, поэтому всегда проблема, что сначала кажется, что мало, а потом ее становится очень много, что суп превращается в кашу. Поэтому вот столько хватит, для у меня совсем маленькая. Мы делаем только на один раз. Ой. Вот, берете просто воду и вот так оставляем на минут 10-15, она очень быстро разбухает. Я его положу сюда. Потом, для того, чтобы сделать бульон, я беру воду, это питьевая вода. Вот, мясо. Я часто, когда я, например, беру курицу, то кладу, сначала его в кипяченую воду кладу, чтобы вот эти все остатки уходили, чтобы мясо было чистое. Вот. Просто кусками, на самом деле, можно, конечно, помельче. Просто я сейчас делаю экспресс быстро. Вот, делаем из него бульон. И пока будем чистить чеснок. На самом деле в корейской кухне очень часто используется чеснок. Прям много-много. Я даже раньше не замечала, что столько чеснока в блюдах. Просто еще потому, что часто убирают чесноком запах мяса, например. Вот. Я думаю, что и в этом супе мияко очень вкусно, когда много чеснока. Он не совсем прям чувствуется, он не будет горьким. Поэтому я люблю, чтобы его было побольше. Смотрите, за это время он стал вот таким, его стало много. Видите? Вот теперь все готово. Берете и кладете. И сразу я добавлю чеснок. Можно поменьше, это уже на выбор. Да. Еще чуть-чуть вот нам нужно добавить для вкуса. Один.
это Биокук. Кимчи Букумба.